Всем привет, ребята! Сегодня мы будем кататься на метро. Помните это прошлое видео? Я там не показала, как там вообще поезд выглядит. И сегодня мы уже на нем покатаемся. А начать видео я хочу с вот таких вот национальных казахских пиалок. Мы сейчас находимся на улице Панфилова. Вот такие пиалки мы нашли. Ребята, мы уже пришли, сейчас пойдем ждать поезд. Кто тоже был в этом метро, поставьте лайк. Абай Бекеті. Станция Абай. Абай Стейшн. Ребята, мы уже приехали на станцию Байконур. Смотрите, она вся такая фиксинева окраса. Вся прям такая, не знаю, даже космическая. Кстати, тематика станции — это космос. Она была основана... Там вроде такой город есть, Байконур. Там, короче, в Казахстане запускают ракеты. И там, короче, отправляют казахских космонавтов. Еще там, кстати, на конце станции можно увидеть запуск ракеты. Пойдемте глянем. Ребята, смотрите, вот есть такой типа экран, вот смотрите. Пауза, когда взлетает ракета. Из нее будет огонь идти. Как сказал Юрий Гагарин? Поехали. Забыла. Поехали! Поехали!